Всем привет! Как я и говорил, я работал над новым форматом для своего канала. В общем, узнал, что вышло новое аниме под названием «Инцидент Кимоно». И вот я решил сделать свой первый обзор. Желаю вам приятного просмотра. Значит, в деревушку должен приехать один детектив. Он должен расследовать дело об убитых животных. По рассказам деревенских мальчишек, он должен поселиться у мальчика по имени Ятаро. Как только детектив приезжает в деревушку, он узнает о неком Доротабо. Далее он расспрашивает Доротабо о событиях в деревне. Лучше после завтрака. У вас пропадет аппетит. А вот аппетит у него пропадет из-за того, что... От меня пахнет. Нашел, о чем париться. Ты же мужик. Хотелось бы сообщить вам неприятную новость. Все комментарии, которые я когда-либо писал, были удалены из-за того, что я полностью переделал канал. Удалились и удалились. Я предлагаю вернуться к обзору. Вообще, основой этого аниме является манга «Инцидент Кимоно». У этого аниме 4 жанра – приключения, экшен, синён и сверхъестественное. В общем, я уверен, что это аниме вас зацепит, и вы посмотрите его до самого конца. Далее Доротабо узнает, что он монстр, и Нугами его убивает. Конец. Ладно, ладно, это не конец. Это все проделки Инугами. Проснулся. Голодный, небось? Разве я не умер? Коулерам смерть не страшна, я ж говорил. Да, я кайфанул с этого классного города под названием Токио. Что это за место? Токио. Ну а теперь пробежимся по критериям. У меня будет 4 критерия, которые я буду оценивать по баллам. От 1 до 10. За юмор я ставлю 7 баллов. Хоть это аниме и в стиле экшен, но место для юмора тут тоже нашлось. Следующий критерий — это смысл. Как по мне, это аниме ничему не учит и ни к чему не призывает. Поэтому за смысл я ставлю 6 баллов. «Инцидент Кимоно» — это аниме с детективной основой, поэтому за сюжет я ставлю 8 баллов. По критерию музыки я ничего против не имею, так что 9 баллов. Вот и все, на этом наш обзор окончен. Это мой первый обзор, поэтому не судите строго. Если ты досмотрел, либо же досмотрела видео до этого момента, то напиши в комментариях хэштег #agromemas. У микрофона был Агро, всем удачи и всем пока. Смотрите только хорошие аниме.